Добрый день, уважаемые коллеги. Мы сегодня запускаем очередной объект в метростроении, метро Пятницкое. Должен сказать, что через несколько десятков лет в Москве снова запущено масштабное строительство метрополитена. Это благодаря проходчикам, строителям, инженерам, проектировщикам, организаторам строительства метрополитену. Сегодня это пятый объект, который очень значим для жителей Митина, для жителей Зеленограда, которые подъезжают к этой станции, близлежащих районов. Это разгрузка транспортного узла Тушина и всей той линии метро. Но, конечно, это еще не все. Это на самом деле начало еще более масштабного строительства. Если в этом году запущено 8,5 километров метро, на следующий год планируется 14 километров. В этом году улучшили транспортное обслуживание метро около 600 тысяч москвичей. На будущий год эта цифра еще значительно больше. Я поздравляю метростроителей, поздравляю москвичей со значимым событием в жизни нашего города. И с наступающим Новым годом. Всего доброго. Спасибо, ребята. Пользоваться станцией, она буквально через несколько минут работает уже, вот сейчас подходит первый поезд, так что я надеюсь, что вам будет комфортнее добираться на работу, домой, вообще пользоваться транспортом. Я знаю, что здесь была проблема с разворотной площадкой общественного транспорта наземного, мы его решили, от домов мы его уберем, так что можете тоже не волноваться. Так что с наступающим Новым годом вас! Спасибо, спасибо. Ладно, всего доброго. Сергей Семенович, спасибо, мы отвечали. Вам спасибо большое.